Друзья, всем привет еще раз. Да, сегодня было спасение маленькой тортилки. Как она туда забралась, непонятно. И это не первый раз. Это была где-то вот такая вот черепашка. А я еще находил еще меньше, два раза. Маленькая-маленькая. От того места, где ее нашли, и до воды. Около 100 метров. Как она туда залезла, непонятно. Это же, наверное, где-то там кладка яиц. Они же там из яиц, наверное, эти черепахи вылупляются. Ну, да и ладно, спасли. Я и ужа тоже ловил во дворе. Маленького такого, где-то сантиметр, может, 12. Тоже в воду выпускал. Вот он. Идет. Друзья, на улице тепло. Вообще. Едет, как и вчера, только без спортивной кофты. Вот такое потягушечки. Да, котейка? Ишь ты. Только что поели хорошо. Бульончика куриного попили. Цемик. А, понял. Занят кот. Смотрите, у него лапища. Вот так старается, когтики точит. Молодец. Да, не будем мы сегодня рыбалить. Что-то не хочется. Пятница сегодня. Погода, видите, какая. Дождик срывался, но сейчас вроде пока нет. Завтра будет очень тепло. А потом резко вижу 14 плюс. Где-то до 7 градусов ночью. Да, гипертоники в ужасе будут. От таких качелей. Да, кто это? О, и Маня подоспела. Писюня. Так. Пойдем мы. Коты поели. Сейчас будет собакин есть. Спят на улице, дом не загонишь, только пуня самый грамотный. Как начинает орать, ну то невозможно его не пустить. Что думает там, какие-то мысли текут, да? Семет. И Маня тоже думает, как бы со стола что-то спереть, да? Ладно, друзья, пойдем мы. Встретим вечер пятницы. Кстати, что тут грибочки? А, растут. Вот они. Это не маслята точно. Там такие. Ну, не так, как в масляках. А, ну, обыкновенные такие. Поры. Не буду ничего трогать, не буду ничего есть. Может, они вкусные. Ну, оставим. Пусть размножаются на следующий год, как накосим грибочков. Тогда поедим. Пошли, Семик, Пуня. Ха, нифига. Вот они тут кайфуют на берегу. Какую-то жабку съедят. Находил жабок таких маленьких, наполовину съеденных. Что там такое? Кто там? Вперед. Молодец. Ладно, пошли. Я пошутил. Все, друзья. Всем добра. Чистого неба, мира. Всем пока.